Кратится час, ночи безумные, Чайковский на стихи о Пухтина. Марина Кремпофа Тросмане, она участвовала вчера в конкурсе и показалась совершенно феноменальный голос. Вот голос сейчас пробьется, даже микрофоны можно было бы отключить вообще в любом зале, потому что вот прямо идет вперед. Даже мы решили, что это так очень сильный, такие резонаторы работают внутри. И еще ночи безумные Чайковского. Это уж совсем подойдет. Послушайте, здесь Чайковский на вершине своего гигантского творческого невроза на путинские стихи. Итак, добро пожаловать.